вас на форуме. Область, Саргатский район, 2012 год. Здесь и сейчас сбываются мечты инициативной и талантливой молодежи. Здесь получают поддержку самые смелые проекты. Здесь активные молодые люди пишут историю своего успеха. Ритм существует не так давно. За время проведения форума более 1000 молодых инноваторов смогли реализовать на территории Омской области 35 проектов на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Учредителями и организаторами являются Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и общественная организация «Лига молодежи». Ритм 2012 года – это еще более строгий отбор участников, сотня новых региональных бизнес-проектов и призовой фонд 1 миллион 300 тысяч рублей. В этом году впервые некоторые бизнес-компании, в том числе, проявили к ритму интерес в части финансирования некоторых проектов. То есть это уже становится как бы таким нормальной тенденцией, когда уже не только государственные средства вкладываются в те проекты, которые победят, но и деньги частного бизнеса. А еще в этом году ритм вышел на всероссийский и международный уровень. Оргкомитет получил заявки из других регионов на участие в Омском молодежном форуме. Нас очень порадовало, что форумом заинтересовались другие регионы России. В этом году было подано более 50 заявок с различных субъектов Российской Федерации, также ближнего зарубежья, Белоруссия, Польша, Казахстан. Для более 500 творцов будущего региона были созданы условия максимально комфортной жизни, улучшенная инфраструктура, новая образовательная система, нацеленная на практические знания, еще более громкие имена небезразличных экспертов и заинтересованных вкладчиков. Практически каждый участник форума приехал сюда с готовыми изобретениями и проектами. Казалось бы, все идеи достаточно просты и незамысловаты, однако пришли они в голову именно этим талантливым ребятам. Есть у меня мечта и нереализованные идеи по поводу создания центра развития творчества и дошкольной подготовки детей. У нас проект «Магазинчик комиксов» в городе Омске. Да, вот так нестандартно. А у нас открыта торговая точка по продаже одежды выходного дня, и весь мой проект связан с тем, как привлечь туда людей. Написать бизнес-план, раскрутить свой бренд и повести за собой единомышленников – этому ритмовцы учатся у гостей форума, опытных руководителей, акул-пера, известных художников, ученых и политических деятелей. В оживленных беседах и даже дискуссиях проходили встречи молодежи и с представителями власти. Местной нашей власти хотелось бы усилий в развитии инфраструктуры. Нужно пролоббировать некоторые вопросы, связанные с ремесленничеством. Какой вы нам можете дать совет? Мы не ждем цельного механизма, как это сделать, но хотя бы совет для молодых политиков. Та молодежь, которая здесь собралась, она действительно является лидером, потому что их интересует все. Их интересует политика, их интересует журналистика, их интересует будущее не только нашей области, нашей страны. То, что я вижу здесь, мне кажется, что это уникально и имеет очень хороший уровень, при этом имея еще и потенциал большой для того, чтобы развиваться. Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Владимир Сараев отметил также неугасающую приверженность ритмовцев к спорту. И действительно, несмотря на образовательную загруженность, ребята играли в волейбол, фрисби, бадминтон, учили скалолазанию и даже езде на велосипеде. Усталые и довольные после насыщенного дня, ритмовцы находили силы и для отдыха. Очень хорошо, что такой проект появился на территории Омского региона. И, естественно, что с каждым годом он должен расти и менять, возможно, форматы, потому что время же на месте не стоит. И участники, и гости сюда стремятся, они выбирают этот форум осознанно, потому что вот в этом диалоге поколений, диалоге идей, диалоге культур. В общем, здесь рождается будущее. Ритм – это краски. Ритм – это здорово. Ритм – это творчество.
Яркое и эмоциональное направление творчества всегда было одним из самых многочисленных и плодовитых на проекте. В этом году оно стало еще и многонациональным. Африканка, китаянка и тайка приехали учиться в Омск, случайно набрели на ритм и разработали свой проект по обмену культурными ценностями. В проекте, да? Да. У вас есть... Я не могу говорить по-русски. Показать веб-сайт как культуры, как Омск. И мы переводим на китайский, на русский, на тайский и на русский, как, чтобы интересно будет. Сегодняшняя молодежь готова и развивать, и поддерживать, и мало того, извините меня за это выражение, принести свежую кровь. Значит, потому что вот я сегодня услышал из заданных вопросов очень много направлений в развитии культурного потенциала региона, которые у нас либо совсем не развиваются, либо очень слабо развиваются. По утрам, как и положено в оздоровительных лагерях, зарядка. Впервые на ритме она начиналась не с традиционных приседаний и махов ногами, а с расслабляющего шавасана из практики йоги. Проводила ее Любовь Таласолу. Вместе с мужем, турком по национальности и поваром по призванию, она прибыла на ритм из Анталии, чтобы поделиться с ребятами тонкостями восточных практик и секретами турецкой кухни. Мы привезли очень много продуктов из Анталии. С трудом везли большие такие грибы, рыба, которой здесь нет. Потом телятор соус готовить новый, энгинар. Самое интересное блюдо, оно в виде цветка такого. Надеюсь, что ребятам понравится и приготовить их вместе, и, конечно, попробовать. Сам я являюсь человеком с инвалидностью, и проект у меня тоже как раз представляет интересы как раз людей с инвалидностью. Идея моего основного проекта – это обучение людей с инвалидностью компьютерной грамотности. Наш проект – это создание нового экологического движения в городе Омске. Мы планируем, одной из основных целей проекта является создание и воспитание нового поколения детей с экологически подкованных. Мы хотим сделать комплекс сообществ в интернете, которые будут выходить под брендом «Культурное поколение», для того, чтобы это как-то переориентировало молодежь на историю, культуру нашего региона. Чем ближе защита, тем проекты ритмовцев обретали более уверенную форму. На тренингах и встречах ребята задавали вопросы, получали ценные советы гостей форума. Я хотел, первое, это посмотреть в лица людей, кто будет элитой этой страны, когда я буду на пенсии. И они меня порадовали, на самом деле. Вменяемые лица, очень думающие. Я думаю, что итогом этого ритма станут яркие проекты, достойные проекты, которые будут не однодневками, будут реализовываться дальше. Ритм – это движение. Ритм – это возможность достичь своих целей. Для меня ритм – это, безусловно, нечто подаренное свыше. Наконец пришло время претворить в жизнь ценные рекомендации профессионалов, защитить проект и выиграть грант. Гостям форума стипендиаты презентовали свои творения на стендовой выставке. Неделя экспериментального театра, сеть мини-пекарен, йодированное молоко, улучшенное дорожное покрытие. Уже по одним названиям видно, проекты созданы сделать жизнь омичей более интересной и качественной. Перед экспертной комиссией ритмовцы волновались как на экзамене. Ведь от того, как проект будет подан, зависит его успех. Органические полимерные материалы для использования в печатной электронике. Немного, конечно, волновался, но, на мой взгляд, достаточно уверенно держался, ответил практически на все вопросы. Решать, конечно же, жюри. После защиты комиссия несколько часов выбирала победителей. И вот пришло время подведения итогов третьего ритма. Апогеем всей ритмовской недели стало объявление победителей на финальном концерте. Волонтеры, журналисты, ученые, творцы и предприниматели собрались в ожидании у главной сцены. 21 проект получил признание жюри на общую сумму более 1 миллиона рублей. Впервые в этом году в финансировании проектов совместно с Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области приняли участие и представители бизнеса. Ребята сегодня уже по-настоящему формируют
лицо Омской области, лицо не только молодежной политики и спорта, но и всех сфер нашей жизни. Самый крупный денежный приз – 110 тысяч рублей – министр по делам молодежи Владимир Сараев вручил Наталье Девятковой. За ее туристический проект «Увлечен и я». Немногим меньше 100 тысяч рублей получил Святослав Чесенко за проект для людей с ограниченными возможностями «Мобильный компьютерный класс». В очередной раз активная и талантливая молодежь Омской области получила признание. Ее услышали представители властных структур и частного бизнеса. Для нее открылись новые пути развития. И несмотря на то, что чей-то проект был незамечен, можно с уверенностью сказать, каждый, кто побывал здесь, уже победитель. Ведь негласно время, проведенное на ритме, приравнивается к году обучения в университете. Несомненно, каждый получил от ритма то, что нужно именно ему. Знания, поддержку, личностный рост, интересных друзей. Мы надеемся о том, что данный молодежный форум останется в ваших сердцах, и мы обязательно будем ждать вас на следующий год. Успехов вам и всего хорошего!